Приветик, друзья! Первый день из выходных недельных. Первый день карантина. Что, ходить покажу вам, сколько у нас людей на улице. Сейчас 6:30 вечера, то есть час пик обычно. Вот, видите, людей, конечно, меньше, машин вообще мало. Обычно в это время час пик. Ну, люди все равно ходят. Дети ходят, люди куда-то идут, может быть, кто-то работает все-таки. Вот, пожалуйста, развозка. Конечно, сейчас доставка работает по полной, такси работает 100%, собачками гуляют. Собачек куда деть, с ними тоже надо куда деть. А вот собачка. А так светло. Ну, сейчас почти без 27 в таком. Та же улица полностью. Ой, ветер сносит. Сегодня у нас солнышко было тоже. Сейчас под вечер уже тучки, а так закат красный. Значит, завтра тоже будет солнце. Все эти дни солнышко. Автобусы курсируют. Автобусы все эти выходные дни, всю неделю, будут курсировать как выходные. То есть чуть реже. Если раньше каждые там 15 минут, каждые 10 минут, то сейчас где-то каждые 30 минут. Вот так. Это было объявление на сайте. Доставка тоже вот работает внизу. Мужчина с доставкой. Ой, сколько много доставки. Посмотрите. Аж 2 человека из доставки. Сейчас правильно, кто дом сидит, заказывает доставку. А вот детки гуляют. Видите? Не знаю, маленькая девочка и еще меньше девочка. Родители отпустили гулять, они катаются в такую холодину. Ветер какой-то холодный. Днем тепло, когда солнышко, как-то плюс 7, плюс 9 даже. Хотя нам опять обещают похолодание. Людей меньше, но все равно они... ходят. Все равно ходят. А что вы делали? Как у вас делишки? Ой, вы знаете, я сегодня отдыхала. Испекла такие булочки маленькие, рогалики. Сейчас покажу вам. Внутри с вишенкой. Часть с вишенкой, а часть со сгущенным молоком. Вообще будем отдыхать. Все. Неделю нам дали отдохнуть. Будем смотреть фильмы, будем смотреть какие-нибудь интересненькие. Ну, в интернете много чего интересного можно найти. Отдыхать, валяться, утром никуда не надо вставать рано. Трамвай пустой, смотрите. И это хорошо. Отдыхайте, мои дорогончики. Каждому по приветику из Петербурга. Запишу еще там для вас видосики информативные у меня есть. Всего хорошего вам, не болейте, не грустите. Держитесь, мои дорогие. Скоро это должно все... Ну, скоро едут, аж 2. Скоро это должно все наладиться. Вот люди ходят. Ходят. Ну, в магазин же кому-то надо выйти, кому-то в аптеку. Кто-то просто все равно ходит. Днем видела, дети гуляют. Ну, людей поменьше. Все, мои дорогие. Обнимашки, целовашки. Пока-пока.